Пожарная тревога. Люди спокойно покидают свои рабочие места. По сценарию у них не более 4 минут, чтобы оказаться на улице и не пострадать от задымления. Задачи справились. Еще несколько минут, и уже послышались звуки сирены пожарных машин. И сама техника не заставила ждать. Всего из здания было эвакуировано 188 сотрудников, задействовали в учениях 8 единиц техники и 32 человека личного состава. В задачу некоторых пожарных входило осмотреть все помещения и выяснить, остался ли кто-то внутри. Вы молодцы, все за 4 минуты все эвакуировались из здания. Заходим все дружно в кабинеты и работаем дальше. Дальше продолжили работать и пожарные, делать выводы о проведенных учениях. Дали рекомендации предприятию о том, что нужно улучшить для пожарной безопасности. В частности, не занимать парковку для пожарной техники с лестницей. Начальник Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона говорит, что личный состав справился с поставленными задачами. Работу над ошибками проведут на подведении итогов в подразделении. Напомнил, что учебная тревога проверяет не только навыки пожарных. Эти учебники запланируют таким образом. В первую очередь нужно проверить действия персонала до прибытия пожарного подразделения. В этом году запланировано еще 11 учений, по одному на каждый месяц. Семен Егоров, новости Юго-Востока.